Спортивный 2016 год выдался урожайным на медали. Ивановцы отличились и на соревнованиях всероссийского уровня, и даже на мировых первенствах. Но у спортивных школ и федераций по-прежнему много проблем. О них тренеры и их титулованные воспитанники рассказали главе города. В первую очередь, не хватает площадей для соревнований и тренировок. Есть проблемы с финансированием. Конечно, денежный вопрос так быстро не решить, а вот расселением спортивных секций городские власти уже занимаются. В этом году бороться спортсменам пришлось не только с соперниками из других городов, но и между собой. Федерации погрязли в междоусобицах. Новый городской глава пообещал – будет помогать, а не сталкивать лбами. Те люди, которые занимаются воспитанием детей, это очень важно для любой власти, потому что спортсмены – это те люди, которые изначально настроены преодолевать какие-то препятствия. Да, и если эти препятствия они будут видеть в виде администрации, главы, то значит, тут можно с таким сопротивлением столкнуться, что мало не покажется. Мы видели это там, на примере там, ряда кадровых перестановок там, в спортивных школах и так далее. То есть я вот этих ошибок повторять, конечно, не хочу.